После рабочей встречи в правительстве Карелии началось межрегиональное совещание, на котором говорили о состоянии и перспективах развития рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна. Выступил на совещании и министр сельского хозяйства Карелии Григорий Манулов. Отраслям нашей республики есть чем похвастаться. Если в прошлом году выращено 17,5 тысяч тонн товарной рыбы и посадочного материала, то в году нынешнем прогнозируется 22 тысячи тонн. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Как заявил журналистам Александр Худиланин, у правительства республики есть весьма амбициозные планы по значительному увеличению как темпов выращивания товарной рыбы до 33-35 тысяч тонн, так и ее глубокой переработки. Ряд инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие аквакультуры, в Карелии уже реализован. Самым крупным из них стал инкубационно-выростной комплекс «Вирта», открывшийся в Лондыхпостском районе. Годовая мощность комплекса – 12,5 миллионов штук малька форели. Кроме того, в Сартовальском районе идет строительство цеха, способного производить до 2,5 миллионов штук посадочного материала. Его ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2014 года. В 2015-2016 годах планируется построить аналогичный цех на 2,5 миллиона штук малька сеговых в Медвежьегорском районе.